Белая акация. Замечательное средство против кашля. Цветочки собираем, высушиваем. Потом заваривать можно или отдельно, или в сборе. Но лучше, конечно, в сборе. Вот. Это, вы помните, в детстве все ее кушали. И жевали просто как коровы. Эту акацию вкусная. Запах от нее стоит сумасшедший. Собирать главное, помните, что только в сухую погоду. Сейчас после дождя она влажная, ее собирать нельзя. Вот она, красавица. Белая акация, гроздья душистые.